Сказка, которую с удовольствием смотрели малыши поселка Развилка, называлась «Новогоднее чудо для Бабы-Яги». Сценарий ее написала Ольга Гаврилова, руководитель центра Дроздова. Роли известных и любимых персонажей исполняли ребята, которые занимаются в различных кружках этого центра уже не один год. Это наши, как сейчас принято говорят, волонтеры, это те детки, которые с нами выросли, которые начинали у нас ходить там в 2-3 года, с нами уже очень давно, и вот постепенно мы доросли уже до больших ролей, до взрослых костюмов, это очень приятно. Кирилл Буданов увлечен театром, в студии занимается 4 года. В спектакле исполнил роль Ивана Богатыря, который по сценарию учил других героев сказки тому, что чудо не приходит само по себе. Если ты хочешь новогоднее чудо, ты не должен его брать откуда-то. Ты его должен сделать сам, и своим умом, и своим вдохновением. Ребята завороженно смотрели новую сказку, внимательно следили за действиями героев, искренне поверив в чудо. Я удивилась, когда бабка Яска зажгла это. Вот, да. И избушку чуть не растопила. Я удивилась. Прям как она подскочила, говорит: ты чего, баба? Так. Мне очень понравилась сказка тем, потому что было смешно, и то, что каждое желание может сбыться в Новый год. Надо верить в чудо, это волшебство, просто надо для чуда радости, счастья и желаний. В скором времени чудо совершится и в самой библиотеке поселка Развилка. Администрация присоединила нам соседнее помещение, в котором скоро будет сделан ремонт. Мы там хотим сделать сцену для того, чтобы приглашать артистов, потому что у нас работает театральная студия в центре досуга Дроздова, Мамонова, в центре досуга Картино. Все они ставят различные спектакли и жалуются, что им негде их показать. И мы будем рады их видеть у нас. Людмила Медведева, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».